улице. Остановилась на втором семестре. Так вот, на втором семестре я перешла на платное, но в третьем семестре у меня все равно висели эти экзамены. Вот, и я, собственно, в третьем семестре проболела 3 месяца и ушла в академ. А чем? У меня вегетососудистая там. Дистония у каждого там. Второго человека на Земле. А это понятно, но не у всех с осложнениями. Вот. Собственно, я 3 месяца пролежала как бы на больничном. Ушла на больничный, сидела в сессию 2 недели, как бы лежала в больнице. Вот. И мне в больнице уже поставили диагноз, что у меня... Болезнь такая? Нет, не болезнь такая, в общем. Алкоголизм тоже надо. Нет, подожди. Хотя да, правильно, алкоголизм. Нет. Наркомания. Нет, что мне поставили, короче... Диагноз не даем. Хватит подсматривать. У нас поставили. Чего? Мне поставили диагноз. На двоих их катетерей. Подожди, кроме разговора. Шизофазия. Да. Это сразу да. Инсульт. С головой. Можно без масла, да? Без смазочки. Вот, мне поставили, что у меня был, короче, типа инсульт. Надо, наверное, пить прекратить. Наверное, надо, да, но... Все потому, что ты не веришь в Бога. Я, конечно, не верю в Бога. Потому что никому не нужно. Кто не, кто не верит в Бога? Подождите. Я не верю в Бога, подожди. Я тоже не верю в Бога, и что? И ничего. И все хорошо у меня. Да, у меня тоже. Что дальше? Так вот, мне поставили диагноз, как бы, и я взяла академ. Мне сказали, что я могу вернуться на второй курс, но с возможностью сдачи первого, то есть я как бы пересдаю экзамен, который у меня один висит. Что с экзамен ты показалась? Высшая алгебра, линейка. Ничего сложного вообще абсолютно. Вот, я его доздаю, как бы, и учусь на втором курсе нормально. Вот. Я выхожу на второй курс. Да ничего, собственно, просто я не успела его сдать, мне его поставили. Нет, мне поставили его просто не в неудобное время. Вот, я не успела его сдать до того, как вышел в академ. Вот, и я его сдаю. Но проблема в том, что я выхожу, но мне говорят, что я не могу его достать, потому что у нас ректор мудак, блядь! Все сводилось к этому. Так вот, да. А что с высшей алгеброй такое плохое? Что вообще все это сложно? Просто никто не сдать. Нет, там коллоквиум. Да нет, коллоквиум у меня был сдан, просто у меня не было сдан экзамен. Потому что я ушла до сессии в академию, поэтому не сдала экзамен. Вот. А потом, когда я вышла из академа, мне сказали, что ректор мудак, и вот. И я теперь могу остановиться только на первый курс, на платное. И вот такой вот успех меня ждал. Какая грустная, трагичная история. Очень пиздец, блядь, Шьямалан обосрался просто. Шьямалан, согласен.